Каждый год с приходом весны в городе Белгород-Днестровском проходят двухмесячники по благоустройству города. Как в народе еще называются субботники. Кто-то убирает придворовую территорию, кто-то очищает парки и улицы. А будут ли жители города Белгород-Днестровского принимать участие в субботниках? Не знаю, честно говоря. Почему? Дело в том, что мы живем за городом с ребенком. И мы, в принципе, собираемся у нас за городом, дачные участки за газовым хозяйством. И мы там тоже убираем свои, получается, не только возле себя, но и прилежащую область, которая возле нас находится. А что там своего рода тоже как субботник, потому что очень часто проезжают машины, ну, там наша городская свалка, проезжают машины, и там все разлетается в разные стороны, эти все пакетики, коробки от тортов. Но это тоже приходится кому-то убирать, так что там тоже очень грязно. Конечно. А вы где будете? В городе или только у себя? Хотя бы у себя прибрать. Каждый у себя приберет, и будет в городе чистота. А центральные места, вот эти, вон люди сидят, видите, в красных рубашках, они хорошо работают сейчас. Мы принимаем участие возле нашего дома. У нас две двухэтажки, трехэтажки друг против друга. И вот мы там всегда делаем это самое. Вот. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, нужно проводить такие субботы? Даже надо, надо. Надо. Да, надо. Но это нужно только с приходом весны или вообще поддерживать? Нет, вообще поддерживать надо. Если есть людей совесть, то надо поддерживать хотя бы раз в месяц. Хотя бы раз в месяц. Никогда в жизни. Почему? Никогда в жизни. Ну, обычно перед Пасхой начинают субботник проводить. Особенно на рабочем месте. Возле работы где-нибудь побелить, подмести. Вот поэтому я думаю, что перед Пасхой где-то. Вообще соберутся. С 26 марта по 26 мая. Ну, вообще-то, я думаю, если Пасха 15-го, может быть, там пятница, рабочий день там какой-то, 13-е или какое число, может быть, сделают субботник на работе. Это как закон. А вы будете принимать участие в субботниках? Естественно, куда мы денемся. А вообще, как вы относитесь к субботникам? Вообще, чистота города нужна, конечно. Красиво, когда все побелено, все убрано, все подметено. Это естественно. Ну, все участвуем, а что делать? Будем, но мы не местные. Мы будем в своем городе принимать участие, девушка. У себя дома, да. А как вы считаете, нужны ли в городе? Ну, в городе нужны. Есть для этого школы, молодежь, для того, чтобы участвовать. Ну, обычно за 22 апреля, ко дню рождения Ленина, что ли, по старому варианту, можно какому-то, например, другому празднику. Потому что это не праздник. Там 22 или 24 апреля День защиты окружающей среды. Это не... Обычно, да, к этому дню. Воскресенье. Или субботу, или воскресенье. Раньше проводили субботники. Ну, а сейчас, наверное, надо где-то, может быть, даже к первому апреля. Да, буду. Почему нет? Когда чисто, всем приятно. А вообще, как вы относитесь к субботникам? Нормально. Мне кажется, это нормально, что вернули. Потому что уже такое захолустно, все зачухано. Небеленые деревья, бордюры, это очень много значит. Домовую и на работе, если там надо будет, конечно. Конечно. Самый лучший город, наш город. А вы самый будете... красивый, самый лучший. А вы будете только на территории своего дома или все-таки... Ну и выйду, конечно, помогать всем, чтобы город был красивый, чтобы люди любили наш город. А как вы относитесь к субботникам? Ну, знаете, мы привыкли к ним, нас... Мы с детства уже привыкли к субботникам. Субботники – это красота. Это уборка, это красота, и будет самый красивый, лучший город наш. Да, будем принимать, я знаю. Я не местная. Буду у себя дома принимать. Конечно, буду принимать. Около дома своего частного по Комсомольской. Хороший участочек есть. Есть, чтобы побелить деревья, убрать, подмести. А в городе вы будете принимать участие? Ну, в городе молодежь будет. Зять, дочка, они будут принимать. А я уже около дома там. Скажите, а вы как относитесь к субботникам? Ну а как же? Обязательно надо убирать. Обязательно делать порядки. Чтобы чисто было, чтобы город был чистый, приятный. Потому что плохо у нас с этим. А как вы считаете, это должно происходить только весной или вообще постоянно? Ну вот видите, я-то уже здесь давно живу. Когда я приехала в этот город, вообще здесь... Рай был земной. И розы, и все, и цветы. А вот потом было еще такое, ну это еще было не при нынешних правителях, когда ходил каждую пятницу, ходил участковый, ходили с какой-то службы, наверное,
ЖКХ. И проверяли возле каждого дома, есть ли мусор, в каком состоянии все. И было более-менее. А сейчас вообще кошмар. В субботу? Если не буду занят, потому что я сейчас людям помогаю. По огороду там копаю. Вот такое вот. Одиноким женщинам особенно. Вот. Если смогу, то... А где именно? По всему городу. Да? Да. Ну, желательно, чтобы молодежь тоже. Как вы считаете, нужны такие... Конечно, надо. Почему? Для себя. Вот. Потому что для природы надо, чтобы был порядок, чистота. Приятно самому. Вот. Даже в молодым в парке сидеть и то как-то. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.